наша маза Варвара сказала, что пришло время. Я думаю, мы к этому готовы. Так и появился наш дом. Вместе танцевали, репетировали, потихоньку начали выступать. И вот все время вместе так получилось, что мы подходили, как сказать, и по характеру, по эмоциональной вот составляющей. Просто нам хорошо вместе. Варя наша биг мама, мамасита, мама утка. Она все время все организовывает и следит, чтобы мы все выполняли в срок. Напоминает нам, чтобы мы успевали выкладывать видосики, чтобы мы успевали все делать, чтобы мы повторили хореографию. В общем, Варя всегда за нами бдит, как большой брат, даже из Москвы. Я посоветовалась как бы с своими друзьями. Вот, они сказали то, что не стоит у тебя, не получится. Вот. И как-то это меня замотивировало в какой-то степени. Я решила показать или доказать то, что я смогу. Вот. Этого добиться. Ну, пока что все получается. Начала ходить к ней на занятия. И все. И я вливаюсь в это дело. Стала заниматься с девочками, потом мы стали вместе выступать, вместе везде на все движухи, мы стали единственной такой семьей сплоченной, и в конце концов образовался дом, и мы все очень счастливы этому, что мы вместе, нас объединяют одни цели, задачи, и ощущение именно семьи идет. Слушай, на самом деле, если бы меня спросили бы 2 года назад об этом, я бы не поверила, потому что, ну, находясь в культуре 4 года, я всегда относилась к этому очень скептически. То есть я понимала, что локдом — это, ну, наверное, какая-то игра, и просто это сводилось к тому, что я не понимала до конца смысла культуры и вообще понимания, да, Бога в целом. Но постепенно, как я начала погружаться в культуру, начала много ездить, много развивать своих девочек и вкладывать в них, я начала получать результат. То есть я увидела, что они стали выше своего уровня, да, то есть они растут потихонечку, выходят на какие-то балы, да, уже, и потихонечку требуется какое-то для них новое, может быть, вдохновение. То есть одно дело, когда они ездят на классы, да, другое дело, когда они уже культуре непосредственно, потому что они уже не новички, они уже не продолжающие, и им хочется какой-то, знаешь, вот именно привязанности, может быть, к этой культуре полноценно, да. И просто я поняла, что это необходимо сейчас, мне это интересно, я хочу это сделать. Я вижу, что я не одна, что у меня есть такая семья, что у меня появились девчонки, которые помогают мне, да, которые со мной. И идея создания дома появилась как-то сама по себе. То есть после бала, точнее даже не после бала, а время нашей подготовки к балу, мы еще сильнее сплотились, еще сильнее как-то сдружились друг с другом, да. Увидели все подноготные культуры и на балу объявили о создании нового дома, The House of Fere.